Сегодня в Махачкале состоялось торжественное открытие сквера шахидов. Парк обустроен в память о жертвах пожара в школе-интернате для глухонемых детей, произошедшего 10 апреля 2003 года на этом самом месте. Также было предложено увековечить здесь память о религиозных, общественных, политических деятелях и сотрудниках правоохранительных органов, отдавших свои жизни в борьбе с экстремизмом и терроризмом. Все строительные работы по обустройству парковой зоны были организованы муфтиятом Дагестана с привлечением общественности и администрации Махачкалы. В церемонии открытия приняли участие сотни людей, в том числе известные общественные деятели, представители органов государственной власти и духовенства. Парк поистине народный, и название это оправдано, так как обустраивают его силами и средствами простых людей. Примечательно, что принять участие в обустройстве прилегающей территории помогали добровольцы со всех уголков нашей республики. В стороне не остались и различные организации, меценаты. Каждый внес в это богоугодное дело свой непосильный вклад, за что муфтият Республики Дагестан выражает им всем огромную благодарность. Пусть Всевышний Аллах воздаст вам всем за все ваши старания в многократном размере. Аминь. Уважаемые друзья, хачкалинцы, дагестанцы, я очень рад всех вас сегодня здесь приветствовать по такому хорошему поводу. Дай Аллах нам чаще таких хороших поводов и таких земляков, которые сегодня подарили нам эти эмоции. Не просто создавалось это место, и я благодарен и муфтиату республики лично, Ахмед Хаджи Афанди. Я благодарен тем ребятам, которые приходили, отставили проекты, тем меценатам, спонсорам, которые вложили деньги и усилия в это мероприятие. Напомним, что сквер шахидов создан на территории, где располагалась ранее сгоревшая школа-интернат для глухонемых детей. Авторы и координаторы проекта отмечают, что новый парк адаптирован для маломобильных граждан. В нем выделены зоны для активного отдыха, есть фонтаны, детские и спортивные площадки. Также повсюду посажены деревья редких пород, выложена плитка, подведено освещение, установлены качели и скамейки.